Ребят, я всех приветствую на канале Экзекутор. Сегодня у нас будет обзор фермы 22, то есть фарминг симулятор 2022. Это свежая часть новая, которая вот прям недавно вышла. И я еще как бы не смотрел ее, даже не щупал своими руками, то есть смотрел какие-то стримы, обзоры, но как таковой сам лично не играл. Давайте посмотрим, что из этого получится. В принципе, вот такая нас менюшка встречает. Вот тоже карьера, сетевая игра, то есть достижения, настройки, все в принципе, ну все то же самое. То есть ничего в принципе другого нет. Также слева, также вот задний фон у нас есть, музыка вот на фоне играет. В принципе, то же самое. Сохранение маленько чуть-чуть поменяло, стало как-то больше. В принципе, давайте выберем пустую ячейку. Также у нас есть уровень сложности, то есть это легко, средне, сложно. Давайте выберем, наверное, легко, наверное. То есть, чтобы нам что-то хотя бы для старта было. То есть, вот, у нас уже есть участок и много оборудования. То есть, продолжить. Так, выбираем карту. Эмрик, наверное, правильно читается. Хаут Бейлерон. Извините за мой английский. И вот Эрлинград. Вот такая вот у нас горы такие, такая долинка. Я не знаю, давайте вот, наверное, вот с этой, что ли, начнем, как-то она мне приглянулась. Также перед просмотром видео, ну, мы этого видео, хочу пожелать всем приятного аппетита, кто кушает. Готовьте вкусняшки, готовьте что-нибудь там выпить и приятного просмотра. Загрузилась у нас карта. В принципе, загрузка быстро произошла. Наверное, из-за того, что нет каких-то сторонних модификаций. Ну, либо просто загрузка такая быстрая. Опа. Прикольно, даже, смотрите, добавили такую приколюху, то, что можно персонажа своего, как бы это самое, ну, кастомизировать можно. Тут, то есть, видите, тут вот можно, вот, ну, по расам, наверное, выбрать, то есть, по цвету кожи, вот, тут можно девушку даже выбрать. Давайте, наверное, что-нибудь такое, что ли, вот. Шкурная. Что-то такое вот. Вот, ладно, пускай он будет. Так, как лучше шлем снять? Вон. Шлем. Так, что у вас по прическам тут, в принципе? Ну, в принципе, у меня такие вот, знаете, короткие волосы. Кстати, если вы заметили наушники, я починил, маленько там их клеем, короче, промазал. Вот здесь вот прям сверху вот. Вот, промазал клеем, купил, и все прям very good. Ладно, отошел от темы, так, по волосам. Это грива прям уже капец. Так, как у нас чубчик лысый. Пускай вот это тут будет. Такая прям сдержанная, прям нормальная. Так, бороду. Бороду, наверное, не будем. Пускай у нас будет бритый. Усы тоже не будем. Так, одежда. Тут видите, какой богатый выбор одежды. В принципе, у нас там лето. Можно это самое как-то не заморачиваться. То есть не одевать что-то прям на него здоровское. Так вот будет, так вот сейчас кепочку надо снять будет. А тут даже вот можно по майкам брать, да? Прикольно. Слушайте, прикольно, ничего не добавили. Все-таки майку. Пускай это серое будет. Шорты есть, нифига.
Какие-то уже будет это. Какой-то Sims уже получается будет. Все. Перчатки. Чтобы у нас он, как бы сказать, это самое. Был в пределе. Как сказать, серый бонд. Так, очки. Так, очки надо, надо шляпу с ней, да? Офига тут. Кипченские, смотрите, какие есть. Маски. Хотя голову, может, пареньку напечет, давайте лучше. Что-нибудь оденем. Пускай серый будет, все. Подтвердить. Так, добро пожаловать в Farming Simulator. Не хотите начать краткий обзорный тур? Это позволит вам ознакомиться с азами игры. Ну, в принципе, мы с вами уже знаем, что как. Я тут такой беглый. Ну, бегло пройдем по карте, посмотрим, где что. Так, если потом вы захотите отправить в ознакомительную экскурсию, начните новую карьеру. И вам снова зададут тот же вопрос. Понятно. Вот, в принципе, вот мы появились около нашего дома, как я понял. Вот такая вот, такой вот у нас большой, ой, тихо. Такой вот у нас домик, где тот, опять же, тоже, в принципе. Вот такая, в принципе, большая карта у нас, много, ну, достаточно много полей, вот тут речка есть также посередине. Вот, и мы, получается, где-то, ну, относительно в центре находимся. Так, в принципе, по, ну, по окнам, диалогам, то есть вот карта стала круглой. Вот как-то, я не знаю, кому-то приятно, кому, ну, мне, в принципе, нормально смотрится. Вот, вот получается, где деньги, вот время. Синее с черным, такое сочетание цветов, в принципе, прикольное. Пока, в принципе, визуально мне нравится. Так, ладно. Вот такой у нас, в принципе, участок. Вот тут вот домик наш фермерский. Там какой-то вот ангар стоит. Какой-то сарай. Элеватор вот тут. Зернохранилище. То есть, возможно, вот там дальше наш участок. Так. Вот, да, смотрите, как красиво. Ясное небо, вон шарики летают, деревья тут прям, вообще прям по красоте. То есть, достаточно уютно. Так, а что здесь мы можем? А, то есть, видите, можно даже такую приколюху, то есть, допустим, поработали, есть такой режим сна, то есть, чтобы время проматывать. Наверное, так работает. То есть, можно, ну, выбрать интервал времени и нажать сон. И наш... Наш герой ляжет спать. То есть, видите, интерьер, в принципе, не 3D. То есть, внутрь попасть мы не можем. Ну, ладно. Вот такая у нас, в принципе, машинка есть. Такой вот пикап. Такая... А, то есть, мы здесь можем переодеться, да? То есть, это гардероб наш. То есть, мы можем в любой момент переодеться, да? Ну, в принципе, такой, знаете, гараж такой довольно-таки большой. С воротами, все дела. Так, ну, пикапчик, наверное. О, прям американский, да, тут прям выхлоп, прям очень мне нравится. Ну, смотрите, ребят, прям, скажу, детализация прям хорошая. В принципе, нормально. Ага, то есть, видите, даже опять... Коробка переключается, то есть вот рычажок дергается. А если мы сейчас выйдем? Ага. Она заглушится, нет? Да, она заглушится. Наверное, тоже где-то по настройкам можно убрать. Так. В принципе, вот такая же, пока зашел как раз-таки, вот такая вот менюшка, то есть... также вот карта, то есть... со всеми тут вот обзор такой можно сделать, то есть также какая-то виды культур, созревание, состав почвы, в принципе, все то же самое, то есть с девятнашкой все то же самое. Дальше погнали, что у нас тут. Также, как я читал, здесь добавили GPS, то есть типа круиз, какая-то курс плей
так скажем, был в 19-й, также в 17-й, там и версии ранее. Так, календарь урожая, то есть это встроенные уже, получается, сезоны. То есть как на 19-й версии были мод на сезоны, то есть здесь уже это как бы встроенное в саму игру. То есть вот можно посмотреть по календарю. Есть погода. Вот погода я вот не помню, была или не была, что-то у меня вот из памяти вылетело. То есть вот по дням тут вот написано, сейчас вот допустим 27 градусов солнышко, август. Вот. Цены, в принципе, тоже было то же самое. Обзор техники, то есть видите, сколько она моточасов наездила. Это, наверное, не знаю, по месяцам, наверное, вот сколько она. То есть это состояние. А это, наверное, либо стоимость, либо обслуживание какое-то, не знаю. То есть финансы, то есть мы можем также брать кредиты. Животные. Тоже, наверное, из этого раздела как-то регулируется. Контракт, вот видите, тут вот. Опрыскивание, опрыскивание. То есть тоже есть контракт, короче. Так, производство вот тут тоже есть. Статистика, сколько вот чего. Ну, сколько мы там, допустим, брали, сколько там отвезли, привезли. Все это тут тоже будет показано. Вот сколько лет в игре. Время в игре, вот, допустим. Это уже на это настройки игры. В принципе, что тут? Интервал. Вот сезоны. Дни в месяц. Тут вот сам все дела. Давайте сразу, наверное, выключим уничтожение растений, чтобы если вдруг мы что-то по этому не пропало. Камни вот в поле есть, прикольно тоже добавили. Известь. Ну, известь тоже была, и сорняки тоже были. Грязь, вот тут автозапуск двигателя. Давайте выключим, чтобы тряхтело, если что, так вот, ну прикольно, реалистичнее как-то. Расход топлива. Ну и найм это то же самое, в принципе. Ну, общие настройки, тут вот денежные единицы евро, фунт стерлинга, доллар. Пускай евро будет. Километры. Цельсии, гектары, радио. Ну, в общем, в принципе, все, в принципе, плюс-минус все то же самое. Также вот и тут подсказки есть тоже. Ладно. Бегло, в принципе, просмотрели. В принципе, такой пикапчик уже сказал, да. В принципе, вот у нас тут имеется трактор, наверное, как это тоже, наверное, наш. Да, владелец мой. В принципе, тут такой вот оборудование. Также вот противовес. Вот, вот поле такое вот небольшое. Так же я сказал, вот тут элеватор, вот хранилище. Так, вот бункер пуст. Видите, написано бункер пуст. Так, вот еще тоже наш поле, там он комбайн стоит. Так, здесь что у нас? Здесь тоже вот бункер, я говорю, какой-то здесь сарай, хранилище. Тут помощь. Там, в принципе, здесь что? Здесь, наверное, погрузка какая-то. Так, здесь что у нас? Здесь у нас прицеп для жатки. Еще один трактор. Прицеп, чтобы зерно возить. В принципе, тут уже дальше. Дальше уже не наш. Так, тут, наверное, вода. Наверное, вода. Логично было бы. Так, какой-то у нас тут пальма какая-то на территории. Так, там он в углу тоже, наверное, наша техника стоит. Вот, такой вот у нас комбайн. Топ-лайнер. Deutsche Fahr. Немецкий, наверное. Такая вот махина. Так, ладно. А что у нас по магазину вообще есть? Так, нажимаем на буковку П. Так, открывается у нас магазин. В принципе, видите, как тут... Тоже переработали. То есть вот отдельно с левой стороны получается по... Ну, инструмент, тут техника сама.
объекты. То есть наборы, наверное, можно купить, допустим, для чего-то определенного. Тут, видите, виноград можно выращивать, кстати, тоже добавить приклюх. На картофель тут, допустим, свои там какое-то оборудование, что-то еще. Вот, допустим, оборудование и к нему же трактор, который там, допустим, по мощности подойдет, чтобы тягать их. Тростник, сено, сечка, фураж. Ну, тут то есть уже скотоводство, то есть это уже другая тема. Тут, видите, даже подержанный транспорт есть, то есть можно купить подержанный транспорт. Вот у него 51% износа, 47, 41. Вот, и на него получается уценка, то есть он дешевле будет стоить. Собственность, что у нас есть? В аренде. Так, это уже модификация. Так, перекупщик животных, гардероб, стройка, участки, что это такое? А, ну это гардероб можно опять зайти. Стройка, ну это ландшафты менять. Какие-то постройки. То есть вот видите, можно участок купить. Так, это уже не надо, ладно. Так, что у нас тут по технике? Трактора, грузовики, уборочные машины, погрузчики тут. Разные, что-то такое. Вот, видите, какие. Это, наверное, вот перевозить что-то, какая-то бетономешалка, может быть, что-то еще. Трактора, вот тут полно всяких вот. Кейзы, GCB. Точно, ну это вот такой вот я помню, вот в 13-й ферме был, вроде бы, если мне память не изменяет. Джон Дира, вот тут такие, ну всяких полно, в общем. Вот видите, какие большие, маленькие, вот гусеничные вот есть. Вот видите, какие большие, блин, какие большие просто. Здоровый просто. То есть, видите, со само меню вот тут можно, короче, наверное, осматривать как-то какой-то вот этот, ну, конфигурацию его изменять получается. Так, ладно, это все, конечно, хорошо. Так, что у нас еще есть по карте? Так, идет сохранение, ладно. Предельный вот есть у нас. Фермерский магазин, заправка. Так, это наш участок получается. Вот 38-е поле, 41-е, 40-е у нас во владении. Вот получается сама, ну сам дачный, ну, домик. Так, ну это продажи получается, наверное. Вот пояс можно арендовать, кстати, здесь. Заправки, станция электрозарядки, что-то, значит, электрическое есть, прикольно. Так, рынок скота, мусородробилка, нифига себе. Сыроварня, то есть сыр можно делать. Пекарня, то есть хлебушек. Элеваторы. Теплоцентраль. Заправка. Еще один магазин. Обработка винограда, вот. Зерновая мельница. То есть, в общем, ребят, полно всякой всячины, которые добавили тоже. Так, ладно. Здесь тут большое поле или нет? В принципе, тут поле небольшое. Можем. И это самое. Сейчас я тогда добегу. Машинку обратно загоню в гараж. А то мы ее выгнали. Я так, в принципе, бегал, посмотрел. Не будем сейчас проезжаться по карте. Начнем сразу, так скажем. Начнем сразу работать. Так вот, закроем на всякий случай. Все. Машинка у нас дома. Так, ладно. Бежим к нашему кормильцу. К нашему дойчу. Так. Так. Так, закрутились барабаны. Анимация, в принципе, имеется.
Ну, в принципе, тут не так уж прям уж все шикарно. Наверное, это дешевый сегмент, то есть как, ну, недорогой класс. Вот. Ну, пока имеем, что есть, что у нас в наличии. Разбогатеем. В принципе, планирую серийки дальше пилить. Возможно, ну, какое-то будет, ну, прохождение своего рода. Вот, будем как-то развиваться. Вот, возможно, с как-нибудь, ну, трансляции, допустим, по ней. Вот, если, ну, компьютер справится с этим. Не знаю, как он в трансляции выведет, не выведет, не знаю. Ну да ладно. Планы наполеоновские. А мы будем начинать урожать, убирать. Так, присоединили с вами жатку. Давайте включим свет. Сколько позиций у него свет? Так. В принципе, такое. Ну, не больно большое. В принципе, нам, наверное, убирать солому нечем будет. Будем без. Ну, чтобы она не оставляла. Так. О, офига себе, он как выдвигается кверху. Все, пошел. Так, а надо выключить. Так, выключить надо. Так. Все. Где должно отключиться? Да. Все, поехали. В принципе, анимация вроде те же самые, то есть ничего нового какого-то. Да, в принципе, вот разброс как-то более реалистично смотрится. А так, в принципе, то же самое. Ну, что не делается, все к лучшему. Все равно что-то новое, что-то старое. Все равно фанаты как-то одобрят, там фанаты ждут, фанатам понравится, они как бы скушают это. Вот. Я как бы тоже фанат этой игры. Еще с 13 версии. Были еще версии раньше, но как бы я начинал с 13. Вот. Также смотрел. Ну, то есть смотрел тех же блогеров, кто снимал эту игру. Вот. Кто по сей день с нее снимает. Вот, тоже отчасти зависело. Как бы, ну, повлияло это на мой выбор. Вот. И, то есть, ну, много часов я в нее отыграл. Вот. Так что будем развиваться, так скажем. Так. Тихо, тихо, тихо. Пропускать не будем. Посмотрим, как здесь экономика реализована. То есть, как будем продавать, что будем покупать. Ну, интересно посмотреть, как это все тут. Как они допилили, не допилили. Что вообще, какая разница вообще с 19-й? То есть... Есть как таковой вообще вариант уходить с 19-й, прям то полностью. В принципе, сейчас мы вот с вами по кругу ходим. Наверное, сейчас вот так вот сделаю под музыку, так чпоньк.
принципе, вот так вот. Как бы снова щелчок и уже, короче, закончили. Вот. Наверное, я думаю, сюда, наверное, нужно будет вот сгружать. Вот сюда как-нибудь. Вот так вот подъедем. Угу. Пошла. Пшеничка по трубам. Так, на счету мы вообще имеем 100 тысяч евро. 11:44, август. В принципе, нормально. Лето. Конец лета. Жаркий. Достаточно. Так, у нас там еще в бункере осталось, да? В принципе, трактор тоже мне очень нравится. Вот такой какой-то он не особо симметричный, вот в плане, как-то у него кабина как-то вроде посередине, а крылья как-то с колесами как тут назад выпячивают. Так, все. Высыпаем последние остатки, что там в бункере есть. Так. Вот если мы его только уберем, в следующий будем, получается, культивировать то и это поле. И отвозить, наверное, урожай на продажу, либо просто, ну, оставим на хранение. Посмотрим. Разберемся в следующей серии. А пока грачи. Ну, в принципе, грачи в 19-й были. Пока, в принципе, отвозим в пункт хранения в наш. Так, тихо. Можно, в принципе, наверное, даже... А может, и под навес огоним. Посмотрим. Так. Звуки мне прям нравятся. Наушник, хоть прям звуки прям бомбезные. Закроем крышку. Так. Так, наверное. Так, наверное. Тележку-то, в принципе, можно и без навеса так где-нибудь кинуть. Здесь где-нибудь ее оставим. Так, а мы застопорить не можем. Стопорить, наверное, нельзя. Так, ладно. Все, здесь оставляем. Пускай отдыхает. Так, включаем все сигналы. Все. Нормально. Так, бежим за комбайном и... В принципе, вот такая вот. В принципе, вот такие вот текстуры убранного урожая. Вот следы также остаются. Тоже прикольно смотрится. Тени, все дела. Нравится, в общем. Так, вот также вот состояние, там он, бензин, соляра, там все дела. Получается, если вот на... Ну, с рулем играть вам. То есть драйв, паркинг, там, нейтраль. Вот, все дела, в общем. В общем, как-то так. Все. На базе. В общем, ребята, такая какая-то серийка получилась обзорная. Ну, опять же, тоже мельком все будет в процессе тоже как бы обсматриваться, то есть сравниваться. А пока вот так вот.
принципе, оценивайте видос, ставьте лайки, дизлайки, как по кайфу, делитесь видео, вступайте в группу ВК, Инстаграм, все ссылки будут внизу под роликом. Вот. Так что спасибо всем еще раз за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.